Всем привет! Сегодня у нас будет интересный роллинг на аккаунте моего подписчика Владимира под ником Бармалей. Хороший ник, который находится в гильдии Киевская Русь. Так, БГФ не пропускать, факела воруем. F2045 Олега, Саня, ЮА. Атака фортов первые места, битва гильдии четвертая, скорее всего из-за силы. Так, ну гильдия фуловая. Где-то средняя сила 150к, думаю, нормально будет. Кидайте заявочки, вступайте. Так, мы будем ролить сегодня ему героев и попробуем выбить Фрейю. Он хочет, конечно, Фрейю. Многие хотят ее, но она не всех хочет. Так, окей. Сейчас мы посмотрим, что у него тут вообще есть. Что у него по донату? Донатный, 356 тысяч доната. Окей, смотрим, что по складу. Скин на Вольта. Исцеление. Отлично. Ну, герои есть. Видно, что ролит немножко. Возможно, это из бесплаток, все, кто его знает. По рунам печалька, что по подземкам. 800 огней. Странно. 6-9 висит. А что, он 6-9 пройти не может? Сейчас посмотрим героя, в чем проблема. Так, окей. Что по волнам? А Джей застрял. Ну, без Фрейи сложновато. Из-за этого, наверное, хочет Фрейю. Так, окей. Так, забрать. Забрать. Отлично. Места у нас есть. Побежали, просмотрим алтарь. Так, 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 так. Смотрим. Минотавр. Восьмерочка. Надо качать. Четверочка. Печально. Стрелок хорош, 11 уже даже скилл, первая эволюция, отлично. Ворожей, отлично. Тыковка, отлично. Ну, наверное, скина ждет, чтобы поставить исцеление, и не знаю. Я бы уже давно поставил, прокачал. Так, одержимый, отлично. Для БГ, бог войны баст. Я говорю, бог войны баст. Анубис с бастионом, странно. А, первая эволюция всего лишь. Так, окей, отлично, для БГ, четвертая маловато, тут тоже надо. Утекание можно пробовать на архидемона, четверочка. Более-менее сойдет, это зря, малышу Нику каменка не нужна сейчас. Тем более, ты, наверное, минотавром бегаешь на БГшке. Так, ну, ремочек, как видите, надо очень много, так, хорошо. Нафиг мне надо, отлично. Так, ну сюда бы бывашку какую-то, либо грубую силу, и сюда бывашку надо. Варлока надо бы прокачать. Ну, в общем, по талантам, как видите, ребята, все печально. Вот он, вольт, скорее всего, вчерашний вольт. 140-й уровень уже. Да, наверное, скорее всего, что вчерашний. Ну, тогда, судя по всему, у него молодой аккаунт. Так, 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 тыковка еще одна. Ну, дальше все, пошли уже допы. Там, с первыми вторыми талантами. Так, ну да, даже забор, как видите, еще не успевает строить. Хорошо. Ну что, поехали. Нанять. Да прибудет с нами Атлантикор. Интересное начало. Заклинательница. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Че, первый сразу недостающий герой? Уже получили. Не вижу заклинательницы у него. Да, отлично, отлично. Отличненько. Седна есть. Не вкачал он ее еще. Да, аккаунт у него. Ну, а тут еще у него анубисы. Офигеть. Да, неплохо, неплохо. Ну, заклинательницу поздравляю. Так, поехали дальше. Фрейя. Ты нам нужна.
Ой, типа, блядь, рандом говорит, идите вы нахрен. Получили недостающего и сосите лапу. Имбовый герой, мега имбовый, только он здесь не нужен уже, к сожалению. Да чё ты? Рандом, ёпта. Интересно. Сердцеедка. Вот, стрелок. А стрелок ему, по-моему, повторочка нужна, ребята. И стрелок за 15к, я считаю, это очень отлично. Так, ну вот он, стрелок есть один. Заклинательница есть. Так. Да, ему повторочка нужна все-таки. Отлично, отлично. Ну, надо Фрея. Ну, всем надо. Всем надо, ничего не поделаешь. Побежали дальше. Шаман. Ну, блядь, давай, давай, давай. Что-то, блядь, вообще печаль, ребят. Это боль. Это просто боль. Роллинг боль. Капитан Дрейк. Да ты чё? Ужас просто. Бульдозер, блядь, 333 самоцвета. О, что я могу вам сказать? Это рандом. Это рандом. Аж закашлялся, бедолага. Так, окей, тыковка стоит. Заменить. Ставим ангела. Пойдем, пройдем ему подземочки, что ли. Вот мне интересно, если он вчера брал, у него, по идее, должен быть пятый сет. Да, где-то он есть у него. Где-то он его распихал. Ща мы тебе постараемся затащить подземочку. Не знаю, почему ты ее еще не прошел. Да, блин. Обидка, обидка насчет... Просто боль. Жизнь, боль. Ну, я надеюсь, он участвует в акции. Вдруг ему повезет. Это будет весело. Ну, хотя бы есть сердцеедка. Сердцеедка вместе с Анубисом, как некоторые говорят. Не знаю, правда, каким боком они будут тащить. Но вдруг они затащат ему все подземки. Так, вот так вот. Вот так вот. Может, и не надо ему ставить пятую сразу. Ну да ладно. Так, с этим разобрались. С Анубисом разобрались. Сюда мы влепим Купидона. Правда, он еще не полностью у него прокачанный. Ну, вот так вот. Ворожай пусть будет такой. На ворожая поставим. Так вот, вот так вот. Да, я думаю, все, хватит. Ну, вроде все. Нанимаем юнитов. Блин. Что-то последнее время, не знаю... Кроме вчерашнего роллинга, где я Вольта вытаскивал, что-то не прет. Что-то пошло не так. Так. Так, так, так. Шанс слива минимальный. Но по идее он у нас должен быть минимальным, потому что тут такие подземки, я уже даже их не помню. Раз, два. Пробуем так. Анубиса у нас, к сожалению, слили. Один раз так. Ускорились. Отлично. Отлично. Просто 32%. 35, 37. Ну давай, давай, давай. Ну поднажми. А нихера. А просто нихера. А просто жизнь, боль. Окей, попробуем по-другому.
Ну, 25 тысяч на 20 тысяч КГ сэкономить, это, конечно, умно, умно. Я бы, честно говоря, ребят, я бы сейчас на месте всех просто тупо копил самоцветы и ждал пирата. Даже если у вас там нету особо много героев, но зато у вас есть кого качать, то есть вариантики навыбивать, как вы видели мои видосы, да, хренище разных плюшек на прокачку. Особенно это касается молодых аккаунтов. Так, ну что, давай еще разок. Сейчас мы сделаем немножко по-другому. Раз, два. Поехали. Заморозили. Ускорение. Ну, давай, 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 блядь, бей нахуй. А кто же бить будет, если Минотавр сдох? Вот же ж, блядь, подстава. Подстава подстав называется. Конечно, Минотавр. Восьмерочка. Это заметно. Но должен бить. Ты должен просто унижать. Сейчас мы попробуем отсюда. Есть, есть. Что это за хрень? Вообще, что творится? Что это такое? Неужто я стал клешнеобразным? Смотрите, сливается сразу, причем еще и... Ай, блин. Ай, блин. Ой, блин. Так, ну ужас. Просто краб какой-то. Окей, раз, два, три. 4. Ну давай, давай, давай. Я уже сделал все для того, чтобы вы просто их убили, блядь. И нет, они не могут Некроса слить. Говорю, Некроса. Черепа даже ушатать не могут. Это просто ужас какой-то. Жизнь, боль. Так. Все, не давайте мне аккаунты на роллинге. Отключили мне уже читы на подземке, на все остальное. Мы стали ракообразными. Так, есть набрать юнитов. Такое ощущение, что Минотавра можно даже не брать. Но это пока ощущение. Но... Что у нас на нем вообще за талант стоит? Чары, точнее. И не чара, не таланта. Так, так. Пятая ремка. Окей, убираем нахрен. Лучше ты ударишь вдруг один раз. Так, живо, живо. А че, бога войны нету, что ли? Понятно, в общем, все с тобой. Все с тобой понятно. Сделаем, значит, вот так. Сделаем троечку. А на тыковку поставим, чтобы она сразу дала ускорение. Пятерку. Вот так попробуем таким макаром пройти. Идем, сейчас начнем разгон тут опять же. Так,
Так, раз, два. Всех выпустили. Заморозили. Ускорение. Ну давай! Давай, ёпта! Бей, блядь! Бей, я тебе при... Ну скажите, вот это нормально? Сколько бегали, бегали, танцевали, танцевали, блядь, та не вклонилися. Насрама. Люблю этот рандом. Жизнь боль. Просто. Просто боль. Поехали. Попробуем без юнитов. Пули нам тут терять, правда? Я тоже так говорю. Так, начали. Морозим всех. Отлично. Просто отлично. Просто красавчики. И какого хера вы на нем зависли, скажите мне? Вот, вот, вот так вот должно было быть изначально. Три звезды из пизды. Я надеюсь, дети не смотрят. Хотя они уже знают, что это такое. Отлично просто. Просто отлично. Главное, не поставь этот талант исцеления на ворожея. А то я просто зайду и удалю твоего ворожея. Отлично, отлично. Бум. Даже еще раз ударил. Ну, Минотавр что-то вообще разошелся. Так, окей. Ну что? Ёбнем. Пацану. Сможем? Сможем, не сможем. Ёбнем, не ёбнем. Нихера не понятно. Так, иди сюда. Все вроде нормально. Эй, а чё ж вы так поздно? Ну чё это такое? Ну чё это за подстава была? Ну чё за подстава, ну? Обидно. Пробуем еще. Много я набил. Красавчик просто. Конечно, как видите, тут герои четвертые ремки, восьмые скиллы. Это не топовые герои, но опять же, в этом и весь кайф. Можно ими свободно проходить, как видите. Не надо там особо топовые прокачки. Конечно, мы, бля, красавчики. Сейчас проходим с Минотавром. Я такой, бля, да не хрен делай тут проходить. Но смотрите китайку. Китаку, и вы поймете. Вы поймете, как надо тащить. Отлично. Отлично, просто морозим. Ну, вроде нормально заморозили. Так, раз. Давай, 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 еще раз, ёбни, блядь. Сука. Ёбаный Минотавр. Как можно было побежать и не ёбнуть? Сука. Аж обидно стало за пацана. Ну, еще два заходика есть. Надеюсь, он это видео посмотрит. И будет точно так же проходить. Так, окей, окей. Раз. Всех выпустили. Давай, 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 род... Ну вот какого хрена так рано? Ну чё, я ж не заказывал так рано бить, ну. Чё за дичь? Чё за подставы? Конечно, не хватает целей, это очень заметно, да? Я думаю, что да. Куда ты, блядь, сука, выбежал?
Рахита кусок. Ой, отлично. Смотрите, куда он побежал. Это шанс на успех. Бля, тыковку слили. Минотавр, держись. Эх, блядь. Ладно, последний заходик. Ну, хотя бы прошли одну подземку. Это уже радует. Думаю, он таким образом сможет затащить, если помучается немножко. Откопит самоцветов 1010. И пройдет. Блядь, и подземки кончились. Подстава, ребят. Это была жестокая подстава. 13 минут. Ладненько. Все, пишите комменты, подписывайтесь, ставьте обязательно лайки. Участвуйте в конкурсах. Не ревнупьте, качайтесь. Всем пока.